Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И по многочисленным запросам я показываю свои косметические запасы. И давайте приступим к рассмотру. Ну и давайте приступим смотреть. У меня вот в таком комоде два ящика выделено под запасики. И давайте посмотрим, что же у меня в них лежит. Значит, вот такой вот ящичек, да? В котором у меня какие-то новые шарфики, которые я еще не носила. Тут что у нас? Зубная паста Colgate Maximum. Шампунь для жирных волос орифлеймовский. Уже тут мочалки, новые косметички. Так, что у нас тут? Зубные пасты, да? Разные. Шампунь, это у нас для объема, шампунь для жирных волос, еще зубная паста, лосьон для тела Эльви с ароматом, лосьон вот для тела с ароматом Vivacity, гель для интимной гигиены. Что у нас тут дальше? Карловарская соль у меня тут стоит. Так, нужно залазить. Так, это глистер ополаскиватель для полости рта. Так, это гель мужской для душа. Джапаниц. Так, что дальше смотрим? Гель для душа Киви. Не устоять мне не помещается, потому что полка не закрывается. Кондиционер для волос. Шампунь. Тоже тут какой-то с миндалем. Что у нас тут? Мут для интимной гигиены, который мне очень-очень нравится. Следующее, это у нас уже гель для душа с абрикосом. Еще там с чем-то. Гель для душа, вот этот я не пробовала, даже не знаю, это он с чем. Даже не подскажу. Так, давайте дальше что смотреть. Это у нас жидкие мыла. С розой такой серии уже нету. Не продается серия Sense Go. Вот два у меня тут в запасиках осталось. Но и любимые сухие шампуни. Их тут много. Недавно вам видео показывала, что я купила. Вот еще они. Так, это у нас гель для душа из серии Шведский Спас Салон. Что вы тут еще видите? Спрей для ног. Вообще антиквариат. Тут стоит тоже шведский спа-салон, соль для тела. Серия тоже шведский спа-салон, гель для душа вот с такими вот капсулками. Так, что у нас тут? Жидкое мыло для рук, спелая смородина от Faberlic. Так, тут у нас кондиционер для волос. Лосьон для тела малина. Так, это все у нас сухие шампуни. Лосьон для тела лаванда. Следующая масочка у нас здесь Faberlic. 24 ценные масла или сколько там масла, не знаю. В общем, вот такая маска. Крем для тела Майрет. Очень нравится мне этот аромат. Опять шампунь. Кондиционер. Это все разные. В запасиках стоит новые вот недавно покупки Гардекс. Спрей от комаров. Вот еще от комаров. Здесь у нас получается тоже жидкое мыло роза. Лосьон для тела. Жасмин и нероли. Люблю вот вообще эту серию. Так, что вам еще интересного не показал? И много гелей для душа эвановских. Вот смотрите, вот такой вот есть бразильский водопад у меня. Потом следующий, это у нас морская лагуна. Там вдалеке краска, он для волос в запасе мне лежит. Прохладный оазис, мята, зеленый чай. Так, следующее, чтобы было вам видно, тут детское стоит в запасе. Так, тут притягательный аромат тайны, экзотическая роза и жасмин. Следующий это у нас
гель для душа из серии ароматерапии антистресс, увлажняющий гель для душа. Наверное, у меня вся коллекция гелей для душа есть. Avon, моменты безмятежности. Может быть, чего-то уже нету, но было, в принципе, наверное, все бразильский коктейль. Давно ничего не покупаю в Avon, потому что масса гелей. Цитрусовый заряд. А гели вообще мне нравятся. Их не так. Это восхитительный сад. И еще раз, кто только начал, может быть, смотреть видео, это все запасики. Тропики, папайя и персик. Так, ну давайте с этим ящиком мы почти закончили. Осталось у меня вот здесь вот в косметичке. Здесь у меня в запасе зубные щетки. Есть что еще тут? Тонки, которые я покупаю. Да, вот это вот теперь новые. Их выгодно стало по 3, стали они теперь приходить. Что? Еще тонки, еще для щетки. Да, сменные насадки. Ну и там что-то. Даже не знаю, что. Ну, в общем-то, давайте теперь посмотрим, что у меня в соседнем ящике. Так, открываем соседний ящик. И та-дам! Масло тоже всего. Ну, давайте здесь уже так по-быстрому я вам тут не открою. И не смогу прям сильно все это показать. Здесь есть запас тушей, запас помад, запас корректоров для глаз, для ногтей продукты. Так, это у нас все туши, кондиционер для ресниц, бальзам для губ, тушь, пудра Тери Джордани. Что еще там? Какие-то зеркала даже есть тут. Здесь есть у нас, получается, матирующие салфеточки. Еще какая-то пудра. Еще масса всего. Здесь у нас пошли уже очищающие средства с ромашкой. Тоник. Тоник алоэ. Гель для умывания алоэ. Получается, здесь у нас гель малина. Так, следующий это у нас гель 2 в 1 для очищения шиповник. Два стоят для снятия. Так, там не сильно видно, но масса для снятия с глаз водостойкой косметики. Обычной косметики. Люблю эти продукты, поэтому покупаю их. Вот, видите, сколько. Здесь у нас для кожи головы спрей. Какой-то блестящий увлажняющий спрей с перламутром Faberlic. Какие-то миниатюрки еще вот тоже для снятия. И миниатюрок масса с отдыха, который нам в этих в отелях давали. Так, ну здесь что у нас? Мыло. Такого уже мыла нету. Роза. Юбилейная коллекция смягчающие средства. Потом что это у нас тут? Не знаю, румяные или что, компактные. Или пудра в шариках. Так, тоже всякие мыло, всякие коробочки с пробниками, помад, парфюмов. Кремчик вот такой вот для лица. Муж и дочка пользуются такой серией. Видите, с другими ароматами смягчающие средства. Вот здесь вот, да, смородина классическая. Так, что у нас? Здесь понятно, да? В следующем у нас запас тоналки. Так, для век не пробовала такой инью. В общем-то, тоже интересно. Это сыворотка серии инью. Вот такая вот. Так, следующее, что у нас? Куча для глаз. Сыворотки для лица. Новейдж. Видите, как у меня много? Просили меня аж показать. Я же выполняю ваши просьбы. Поэтому уже так долго вам показываю. Для от прыщиков, не для, конечно, от туалетной водички у меня есть маленький персив. Что еще тут? Еще что-то вижу. Инью. В общем-то, такое омоложение.
общем, после съемок этого видео надо здесь наводить порядок. Так, для класса я вам показала. Перемещаемся дальше. А здесь уже начинается более что-то интересное. Так, спонжи, понятно, сменные. Мыло шведский спа-салон отшелушивающее. Сменные насадки для аппарата Skin Pro, нравится мне. Маска шведский спа-салон. Мыло вот новинки, алоэ и малина, да. Шведский спа-салон, масло вот такое мне нравится. Извиняюсь за маникюр, но некогда все. Значит, для лица Eucerin Average с SPF 50. Умывалка и тоник из наборов Novage, да. Масло для волос Elea, это все запасы. Так, ну давайте по парфюму пройдемся. Pazes нравится мне очень. Novage вот такой вот крем для лица, легкий, дневной. Вот такая вот водичка Simonique. Это я не считаю того, что у меня еще в офисе целый шкаф. Так, My Red. Люблю аромат, говорила вам уже. Экла Викенд. Так, Випонли. А что у нас? Мисс О. Было даже советских времен Алые паруса. Как вам? Ну, это так. Амбер Эликсир тоже. Диамант мицеллярная вода. Экологен ночной крем. True Perfection ночной. True Perfection... А, ночной это какой? Дневной, что ли? Да, дневной. Экологен. Получается, такой вот дневной крем. Экологен ночной крем. Вот это все капсулы для волос. О, для лица Royal Velvet. Видите, да? Было 5, я покупала вам обзор. Показала, стало 3. Одну использовала, вторая уже на подходе. Поэтому вот. Следующее. Шведский спа-салон, скраб для тела, бодиэксфолиант. Следующее это у нас лосьон для тела, шведский спа-салон. Не пробовала, не знаю. Скрабом сейчас этим пользуемся. Набор вот такой, вот таким, со смягчающими средствами. 4 в новый. Эти новые пилочки. И там всякая такая уже, не знаю, что там, пробуемся. О, навели мы с вами. Видите, какой беспорядок-то, да? Так что, в общем, запасиков у меня хватает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео. И спасибо, что этот день вы были вместе со мной. Всем пока-пока.